устали от традиционных первых блюд, тогда спешу научить вас, как приготовить финский суп из лосося со сливками. Невероятно нежный, очень ароматный и насыщенный по вкусу, просто пальчики оближешь. Этот супчик придется по вкусу всем любителям элегантных, легких и аппетитных блюд. Лосось в сочетании со сливками – это нечто невероятное. Бульон получается очень насыщенным и ароматным. Картофель делает блюдо более сытным, но не утяжеляет его. Попробуйте этот финский супчик приготовить на своей кухне. Думаю, что вам обязательно понравится. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. На дно кастрюли налейте немного оливкового масла и поставьте на огонь. Очистите луковицу, измельчите ее кубиками и обжарьте до легкого золотистого цвета. 2. Влейте воду и доведите до кипения. 3. Для аромата добавьте пару лавровых листиков, очистите картофель и нарежьте кубиками. 4. Выложите его в кастрюлю. Вкуснее тем, кто подпишется. 5. Следом добавьте филе рыбы, нарезанное небольшими кусочками, доведите снова до кипения и варите на среднем огне минут 5. 6. После влейте сливки. 7. Крахмал растворите в небольшом количестве воды и добавьте в кастрюлю. Продолжайте варить еще минут 7-8 на среднем огне. 8. Добавьте сливочное масло. Через пару минут, когда оно полностью растаяло, можно снимать кастрюлю с огня. Предварительно проверьте, чтобы картофель был мягким. 9. Выжмите в кастрюлю сок половинки лимона. 10. Добавьте измельченную петрушку. 11. Посолите по вкусу. 12. И по желанию добавьте перец. 13. Все аккуратно перемешайте, накройте крышкой и дайте супчику настояться минут 7-10 перед подачей. Приятного аппетита! Жду ваших лайков и комментариев. Продукты и их количество. Далее. Лосось 600 грамм. Картофель 5-6 штук. Луковица 1 штука, крупная. Сливки 1-5 стакана. Крахмал 3 чайных ложки. Лавровый лист 3 штуки. Оливковое масло 2-3 чайных ложек. Сливочное масло 1 чайная ложка. Лимон 0-5 штуки. Петрушка 0-5 пучка. Соль по вкусу. Перец по вкусу. Количество порций 4-5. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте. Подписка – гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Жду снова и желаю вкусного дня!